Бог. И в этом деле он знает толк. Человек-свисток, человек-свисток. Его преследует тяжелый рог. Здравствуйте, Шароварова и города. Good evening, officer. Can I see your ID, please? Что-что? Can I see your ID, please? Не понимаю. Документ. Sir, what you saying? Can I see your ID? Same thing? Что вы снимаете? Can I see your paper? Техпаспорт на машину. Can I see your own paper? Давайте не будете тут притворяться. Excuse me? Паспорт есть у вас? Yes, что I вы do. Гражданин? Паспорт? Да, паспорт. Yes. Что-то неубедительно вы по-английски разговариваете. Честно вам скажу. Очень большой акцент. Техпаспорт и техпаспорт на машину. You said passport, регистрационные right? документы. Это очень хорошо. Регистрационные what документы you want from на me? Автомобиль. Can I see your ID? Your personal, the police officer ID? Can Девушка, I see that? Вы понимаете по-русски, да? Don't touch her. You talk to me. I'm the driver. Техпаспорт на автомобиле. Регистрационный талон. Вы все прекрасно понимаете. Мне права ваши не надо. Техпаспорт, да. Теперь переверните с той стороны. Житник, а теперь водительское покажите. Ну, Антон Олег. Антон Александрович Латушкин. Александрович, вы гражданин Канады, да? Yes, I am. А? Yes, I am. Any more questions? Паспорт. Who are you to check my passport? Паспорт, да. Who are you to check my passport? Товарищ водитель, я вас предупреждаю, еще будет так ездить. Понимаете? Не надо тут... What's gonna happen then? Очень вы плохо по-английски разговариваете. What's gonna happen then? Я же вам говорю, вы очень плохо по-английски разговариваете. Очень плохо. Can you speak Давайте, English? Давайте, удачи.